Всем привет, друзья, меня зовут Сергей, и сегодня мы с вами разберем один простой риф, который очень классно звучит. Кстати, этот риф моего собственного сочинения, так что если кому-то понравится, то можете спокойно использовать его в своих собственных песнях. Таких гитарных рифов планируется очень много, и, пожалуй, всю линейку видео, в которых я буду вам дарить свои рифы, я так и назову «Дарю рифы». Так что если ты еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайся, и тебя ждет очень много интересного. Обязательно под этим видео оставляйте свои комментарии, что бы вы еще хотели увидеть на этом канале, и я постараюсь вам это показать. Ну что ж, давайте я вам расскажу, как этот риф играется. Риф очень простой, так что я думаю, вы очень быстро все поймете. И потом еще на экране где-то будет видна табулатура. Строй гитары классический ми, и весь риф играется также в тональности ми. Первый удар у нас идет по рифу ми. То есть мы зажимаем четвертая струна второй лад, пятая струна второй лад и открытая шестая струна. Далее у нас идет... Далее у нас идет два удара по открытой шестой струне. Далее у нас идет риф, который зажимается первая струна шестой лад, точнее шестая струна первый лад и пятая струна третий лад. Это у нас риф фа. То есть у нас открытая ми, два удара по открытой шестой струне, и дальше у нас идет риф фа, F5 так называемый. Это шестая струна первый лад, пятая струна третий лад. Сейчас сыграю медленно этот кусочек. Как вы поняли, риф Е5 открытый. Далее у нас два удара по открытой шестой струне уже с глушением. И далее у нас идет открытый F5. Далее у нас идет один удар с глушением по открытой шестой струне. И далее, как вы видите, риф Е5 открытый. Получается такой кусок. Второй раз играется все то же самое, только в конце у нас еще добавляется квинта С5. Сейчас сыграю все полностью. Медленно. Пауза. То есть у нас квинта С5 берется опять же через один удар с глушением открытой шестой струны. Еще раз. Пауза. Ничего сложного. Итак, у нас играется два квадрата, потом риф меняется. Давайте я вам сейчас медленно сыграю второй риф, как он играется, а потом мы его с вами разберем. Как вы видите, все очень просто. Давайте разберем. Играйте открытый Е5. Далее у нас три удара по сглушениям по открытой шестой струне. Далее у нас идет F5. И далее у нас опять открытые удары по шестой струне с глушением. И в конце вы дергаете опять открытый Е5. То есть вы берете открытый Е5. Далее у нас три удара с глушением по открытой шестой струне. Далее у нас открытый F5. Далее у нас идет два удара с глушением по открытой шестой струне. И далее у нас идет открытый E5. Сейчас еще раз сыграем медленно.
Видите, да? Табулатуру вы видите, так что смысла повторять нету. И в конце у нас идет квадратик вот такой. То есть все играется опять же через шестую открытую струну с глушением. Играется пятая струна, восьмой лад. Один удар с глушением по шестой открытой, седьмой лад, пятая. Опять удар и пятый лад, пятая. Все очень просто. Опять играется тот же квадрат. И второй раз играется вот здесь вот. Немножко по-другому. Тут уже играется не восьмой, седьмой, пятый лад, а играется у нас седьмой, пятый, восьмой. Неправильно. Это второй раз. И полностью это все выглядит вот так. И все это играется по кругу. Как вы видите, ничего сложного нету, все очень просто, но когда вы это все сыграете в связке, это будет звучать очень классно. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам понравился этот риф. Как я уже говорил в начале этого видео, вы можете спокойно его использовать в своих песнях, я не против. И так как этот риф моего собственного сочинения, никто вам не предъявит свои авторские права. Ну а с вами был канал «Учимся играть». Если вам понравился этот риф, ставьте обязательно лайки под это видео. Лайки очень важны. Меня зовут Сергей, всем позитивного настроения. До встречи на ютубе.